Привет, друзья! Если вы живете в Великобритании и решили работать для себя или открыть свою компанию, кстати, здесь, в Англии, когда вы устраиваетесь на работу, в некоторых сферах работодатели хотят видеть своих работников как self-employed, то есть как самозанятых. Такое часто встречается в транспортных услугах, в сфере доставки, парикмахерских и вообще много где. Не будем сейчас обсуждать все эти пункты. Я просто хочу сказать, не нужно пугаться этой самозанятости. Многие люди пугаются. Боже, это годовые отчеты, расходы, доходы, оформление документов и так далее. На самом деле здесь ничего сложного нет. В UK много людей работают так, именно как самозанятые, или просто открывают как limited company. Сам директор, сам грузчик, все в одном лице. И многие люди сами порядкуют здесь свои бумаги и сами подают отчет в налоговую. Но все-таки на первых порах вам, возможно, понадобится совет профессионала и его услуги. Stream Accounting – это бухгалтерская фирма, где с вами могут говорить по-русски. Все контакты я оставлю в описании и в первом комментарии под видео. Удачи вашим начинаниям, друзья, и до встречи!